Минсельхозе планируют сохранить объемы экспорта зерна. В прошлом году страна реализовала рекордные 13 миллионов тонн. Чтобы удержать потенциал, аграрии в этом году увеличили посевные площади почти до 23,5 миллионов гектаров. На проведение весенне-полевых работ регионам выделили больше 400 тысяч тонн льготного дизтоплива. Отмечу, в некоторых областях Казахстана посевная кампания уже началась. Если брать маркетинг год, это 9,4 миллионов тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. Тоже очень неплохой показатель. Этот год, это я по текущему маркетингу году говорю. За предыдущий маркетинг год 10,6 миллионов тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. В принципе, если урожай будет хороший, то в этих коридорах где-то и прогнозируется экспортный потенциал нашей страны.